1 апреля в России начинается весенняя призывная кампания. В этом году в силу вступили ряд изменений, касающихся призывников. Так, с этого года предельный возраст призыва на срочную военную службу увеличен до 30 лет. Для координации всех военных комиссаров и связанных с призывом структур, военным комиссариатом Карачаево-Черкесии были проведены инструкторско-методические сборы, в ходе которых были подведены итоги минувшего осеннего призыва и были обозначены планы и задачи на нынешнюю кампанию. Во время весенней призывной кампании из Карачаево-Черкесии в ряды вооруженных сил будет призвано порядка 350 человек. Сегодня мы с вами проведем занятия по весеннему призыву, обозначим проблемные вопросы, которые у нас были выявлены в ходе осенних призывов, примем решение, как мы будем проводить весенний призыв. При комплектовании воинских команд особое внимание уделялось наличию граждан военно-учетных специальностей, категории годности к военной службе и уровню профессионального образования. В республике было создано 12 призывных комиссий городов и муниципальных районов. В результате работы призывных комиссий в отношении граждан было вынесено 2139 решений, в том числе от призыва на военную службу 370.